Всем привет, это Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Этот VR Experience 2020 года называется Аяхуаска. Космическое путешествие. И посвящен он состоянию, в которое входит человек при употреблении определенного типа веществ. А именно таких веществ, которые употребляют и употребляли с давних пор индейцы. Возможно, я особо не гуглил, это пьет, о котором писал Карлос Кастанеда, но это лишь предположение. В общем, буду ловить жесткие глюки. И никакого бэд-трипа при этом, надеюсь, не настанет. Задерживаю взгляд на надписи английский. Встаньте посреди игровой зоны, прежде чем начать опыт. А я сижу, хорошо, стою, смотрю на старт. А я хуяска. Очень мощный психоактивный наркотик, который использовался тысячелетиями племенами Амазонии и считался будто бы лекарством. Вызывает видение, человек входит в состояние транса. Так, нужно что-то постоянно повторять «Икарос» или «Икарос». Дальше я не успел прочитать, потому что надпись убралась. Вроде как загрузка. The brew is dense. Dark. Посвящается Шипиба. Людям и духом растений, кажется. My flesh, my drink, the ayahuasca. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Siéntate. I should sit. Садись. Хорошо. Castanbetza brought me here into the deep forest. В глубоком лесу. For a special encounter. Предстоит особая встреча, я это чувствую. I have to be calm. Нужно успокоиться, сосредоточиться. I feel the effects coming stronger. Вскоре наступит сильный эффект. I have to stay focused on the chanting and let the nausea go through my body. Tonight, I might go on to the other side and meet the plant spirits. Сегодня перейду на ту сторону и повстречаю духов растений. Исцели меня. Ой, как-то немного мутнеет. О, плющить начинает. Перетекает что-то в дереве. А, был фильм «Солнцестояние», и там такой же эффект испытывала главная героиня. Был момент, запомнился. Так, все мутнеет, колышется. Все мутно и непонятно. Какие-то пауки. О, блин, что такое-то? Скалопендры и пауки, и скорпионы, или я. Ой, фу. Их много. И огромные там появляются. Змея, змеи. Змеи. Блин, это bad trip. Много змей вокруг. Ё-моё. Это ужасно. Куда я попал? Ага, я вдруг стал каким-то маленьким по сравнению с... Да уж. Шипение это змеиное, блин, повсюду.
О, ужас. Какой-то узор формируют змеи. Поток открылся. Это страшно, не хотел бы я такого испытать, приняв что-нибудь. Ах, возьми. Ох ты, господи. Неужели такое правда ощущают? Чтобы смотреть туда. В каком-то полупрозрачном пространстве. Как будто пена. И опять началось это песнопение. Змеи. Kano avano drama kano avano kano drama uyone uyone kano drama yam kano bovizo kano botanya pija pija bai keso ato avana lepe ako kano drama. Что я ввязался? Thank you.
Сквозь землю, что ли? В каком-то пульсирующем туннеле. Что это? Ой, блин, что-то какие-то склизкие нарости начинают выпячиваться. Эй! Я ведь не могу управлять, только вспомнил о наличии контроллеров. Вроде нет. Как внутри гигантской сопли. Ой, скелет. Много черепов. Щупальца, или это паучьи лапки, блин. Шаманы. Настоящие шаманы, а не те, которые сейчас в моде на Первом канале. О, в космос улетел, насколько я понимаю. А здесь посветлее стала картинка, почетче. Такая 3D-картинка прет на меня. Птица. Thank you.
цель моего путешествия. Видимо, у героя, который пришел в тот лес и съел таблеточку, какое-то заболевание, и, может, он хочет исцелиться. Прямо птичий глаз. Прилетел. Отпускает меня, нет? Что с этим челом творится? Это реальность? Или все еще нет? Змеи изо рта. Ой, меня какими-то ленточками змееподобными опоясывают, закутывают, обертывают. Или я себя со стороны, может, просто вижу? Возможно, это я вижу себя, и там сзади стоят двое непонятных. Ух ты, как будто и правда окутали. Я внутри всего этого дела. Чувствуются эти слоя прям так, первый, второй, третий. Ой, что такое, как будто крокодильчики, или мне показалось? Окуривает меня, может, просто выводит из транса, улыбится. Вот. Чего? В памяти об Оливии Аривало Паншинбеке. Икаро. Слова целителя. Видения, теперь я их называю видениями, энергия, прекрасные миры, светящиеся миры в глубочайших частях вашего тела. Я не успею это все переводить, поэтому лучше даже пытаться не буду. В общем, не слабый такой экспириенс, не для всех, для тех, у кого фобия к змеям или там паукам, членистоногим, то не советовал бы. А так здорово, если это испытать в VR, а не в реальной жизни, то вполне себе. Это был Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите другие мои видео. Всем пока.